Акрил, кисти и живописное место. Все, что нужно самарской художнице Наталье Шепелевой для создания картин. Летом прошлого года Наталья провела свой отпуск в Черногории и Сербии, где подсмотрела моменты жизни жителей, которые нашли отражение на ее полотнах. Весной посетила Кисловодск, откуда также вернулась с новой серией работ. Все они стали основой выставки Натальи Шепелевой под названием «Курортная». Автор рассказывает, изюминкой вернисажа считает картину под названием «Вечер на курортном бульваре». Это полотно особенно ярко отражает атмосферу отдыха. Мне удалось вот воспроизвести вот это состояние курортное, когда вечернее солнце, кафе, тепло, везде цветы, люди совершенно беззаботно гуляющие. Вот какое-то такое состояние. Мне кажется, вот удалось. Работы художницы выполнены акрилом. Этот материал быстро сохнет, а перевозить полотна можно, не переживая за сохранность краски. Некоторые картины были по возвращении доработаны в мастерской. В своих работах Наталья запечатлела не только живописные пейзажи, но и портреты людей, шедевры архитектуры. Но настоящий фурор среди посетителей произвел вот этот масштабный портрет петуха. Вы видите, что это где-то стилизация Луча, Белграда и вот этот петух. Меня, конечно, очень поражает, что именно в этой выставке, что все картины создавались во время отдыха. Я думаю, какой же это был отдых. Это была большая, колоссальная работа. Вот. Ну и, как всегда, столько света, лучистости, позитива. Ее картин исходит столько добра, любви и света. Вот такое может создавать только очень любящая женщина. Выставку могут увидеть все желающие. Вход свободный. Августина Охременко, Константин Головин. События.